Здравствуйте, дорогие друзья! А не навестить ли мне мою подругу, чтобы поболтать с ней за чашечкой чая? Подумалось мне. И чтобы не идти с пустыми руками, я решила испечь какие-нибудь печенюхи. Особого времени на раздумья не было, поэтому выбор пал на очень простой рецепт. И я с удовольствием поделюсь им с вами. Это песочное шоколадное печенье. А испечем мы его в форме шишек. Итак, приступаем. В миске разминаем сливочное масло комнатной температуры. Добавляем сахарную пудру и перемешиваем. Затем разбиваем сюда яйцо. Немного перемешиваем, добавляем щепотку соли и растительное масло без запаха. Постоянно помешивая, просеиваем какао. Примерно половину муки, разрыхлитель. Перемешав еще раз, добавляем оставшуюся часть муки. Замешиваем мягкое тесто. Оно не должно быть липким. Тесто заворачиваем в пленку и кладем в холодильник примерно на полчаса. По прошествии этого времени формируем печенье. Для этого катаем из теста небольшой шарик весом примерно 20 грамм. Приминаем его и придаем форму шишки. Затем обратной стороной лезвия ножа делаем насечки, чтобы получился характерный узор. При этом, чем тоньше лезвие ножа, тем аккуратнее получится узор при выпекании. Печенье выкладываем на противень, покрытый пергаментом, и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 15 минут. Готовое печенье остужаем и посыпаем сахарной пудрой. Печенье в этот момент нужно держать под наклоном. Это позволит лучше оттенить рельефный рисунок. На создание этого гостинца я потратила времени около часа, полчаса из которого тесто лежало в холодильнике. Это еще один пример, как приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю на скорую руку. Очень жаль, что постепенно трогательная традиция ходить в гости исчезает из нашей жизни. А ведь так здорово принимать друзей у себя дома или ходить к кому-нибудь. Потому как чашка чая, выпитая с другом в кафе, как принято это в последнее время, и домашнее чаепитие – это совсем не одно и то же. Ходите в гости! И приятного вам чаепития. Для вас магия простых рецептов.